Лужниці. Почала прямая трансляція з Саней Сваком. Зараз йде підготовка к началу нового засідання. Ми почали трошечки раніше. Вот уже мы готовы начинать. Так, доброго дня всем. Перш за все, хочу вам представити, що ти виконуючий обов'язки начальника рівно-сумського відділу ГУКМВС Одеської області Докінчук Олександр Борисович. Прошу мені пожалувати. Новий начальник рівно-сумського. Я ще не бачив, як я дозволю, що рано ми будемо надіяти, що буде. Надіюся, що на процес ніхто не остановить. Будемо надіяти, що міністр вас затвердить. Так, щодо порядку денного. Є зауваження. Є пропозиція зняти 14 питання про погодження внесення змін до додатку першого рішення Южницької міської ради про затвердження екологічної ролі. Не готово, не підготовлюємо вопроси, це зарабатувати. Не готово, да? Ну, на слідуючий виконком винесення. Нема заперечень? Тоді давайте затвердимо порядок денний і завинемо цього питання, про яке я сказав. Погодження внесення змін та доповнень до заходів та завдань програми реформування розвитку житлового комунального господарства в місті Южному на 2014 рік. В цілі оптимізації і приведення к ньому активного законодавства, постанову 65, в связи з окончанням бюджетного года вносить змінення програми на 2014 год, і процент виконання програми составляє кому буде 86%. Є питання? Про погодження порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті. Це стандартна процедура. Ми на кожний год визначаємо на следующий бюджетний год одержувачів бюджетних коштів. Нема запитань? Слідуюче питання. Про встановлення розміру оплати за харчування у дитячих закладах відпочинку і у закладі НВК середня школа номер 2. Це я прошу вибачення, сам початку. Це мова не тільки про одну чи про всі ми будемо почувати. Ви будете доповідати про всі. Ви будете зараз доповідати по всім школам, так? А будемо розглядати кожну окремо. Кожну окремо. Я хочу оголосити про те, що у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування ми вносимо зміни до проекту рішень на харчування продуктів і послуг харчування в закладах освіти на 15 рік. Матеріали ми беремо із головного управління статистики в Одеській області за жовтень місяць. І на підставі цих цін, нашої калькуляції і норм, визначених постановою Кабінету міністрів, ми вносимо зміни до харчування. Перше у нас встановлення розміру плати за харчування в дитячих закладах відпочинку. Так було записано. І різниця у нас буде, якщо брати 2014 рік і 2015 рік, то сніданок було 6,21 гривна, стало 7,93. Тобто різниця 1 гривна 72 копійки. Це перша зміна з денним перебуванням веселка. Обід 9,79, в 2015 році буде 12,45, різниця 2,66. Табір праці та відпочинку скарг. Сніданок 9,48, буде 14,51, різниця 5 гривень 3 копійки. Обід 15.01, буде 23.15 і різниця 8 гривень 14 копійок. Чотирьохразове харчування другої зміни у таборі Веселка. 33.03 було, стало 47.75 і різниця 14.72. Ось цю різницю ми і внесли у наш проєкт рішення. Це зараз мова йде про табори відпочинку. Так, тільки НВК, ЗОШ номер 2. Ну це пока.
Я вам хочу сказати, шановні наші члени виконкому присутні, я не знаю, що ми затверджуємо. Ми вчора затвердили програму Кабінету міністрів. І якщо цю програму буде затверджена на Верховній Раді, там ви знаєте, там суттєві зміни, там, наприклад, безкоштовного харчування нема в школах. В дитячих садках, по-моєму, теж нема, тільки інваліди і категорія залишається. Вчителі нагрузки не 18 годин, а 20, а далі 23 години. Ну і так далі. Це ми зараз затверджуємо, але я не знаю, скільки воно буде реально подальше. Ми вчора безплатне поховання. Ми вчора на своїй колегії з управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики якраз акцентували увагу на те, що нам пропонують в майбутньому. І дійсно зараз ми затверджуємо для того, щоб раптом не буде прийнято Верховна Рада. Це ще на рейтинг по жовтні ви сказали. Так, але ми пізніше брати не можемо. Ну давайте так, ми працюємо. Якщо відміняє, то діти все одно будуть в школу питатися. За харчування батьків, за кошти батьків. Давайте ми так. Хвилиночку, все. Давайте заспокоїмось. Я розумію, що питання дуже важливе. Я хочу сказати, що поки нема такої постанови, поки нема рішення Верховної Ради, воно ще не, скажімо так, не пройшло всю процедуру, ми працюємо по тим законам, які сьогодні є. Так? Так, тоді голосуємо. Хто запрошує? Опит Романа Васильовича о тому, як подвал Наступне питання. Про встановлення вартості послуг з організації харчування в дитячих закладах відпочинку у складі школи чинової. Спортивно-здоровчому центрі загальної освітньої школи номер 1, АШГ номер 3, НВК Мстислава Чорнового. І табори з денним перебуванням еколог майбутній олімпійці Ніна Крепиш. Сніданок 8.33 було, 10.55 буде, різниця 20.55. Обід 13.03 було, 16.60 буде, різниця 3.56. Праці та відпочинку, інтелект, чайка, оберіг. Сніданок 12.65, 19.45 буде, різниця 6.80. Обід 20.02 було, 31.02 буде, різниця 11 гривень. І чотирьохразове харчування другої зміни. Це поки в нас просто відпочинок. Чому ми затверджуємо ці ціни? Тому що нам потрібно буде проводити тендери, а для того, щоб проводити тендери, ми повинні знати загальну суму нашої вартості харчування. І тому ми ось зараз один наперед визначаємо ці цифри. Ну і саме ці цифри будуть лягати в бюджет. Бюджет зараз. Для сравнення, питання одного вольного дня 8 гривень приказує, 12 гривень. Це за сколько? Це була для погрібу. Шикується. Так, добре. Где же Валентина? А ви читали эту постанову? А ні, ми казали. А там що, учні в класі менше 30 чоловік? Ні, такого. Це школа не менше 30 чоловік, так. Отменить бесплатный проезд автобуса, где школа, доставка детей из маленьких деревень в большую. Там же пильничек, мы уже вчера плакали. Я просто говорю о образовании. Вчера мы все разглядали, все на. Там самое страшное то, что обязательно образование 9-летнее. Бесплатное, а получается 10, 11, 12 класс будут. Те ж саме, що змінення Конституції, перше, там розділ змінення Конституції. Ну, це в Конституції, до Конституції ще вважає. Ні, там написано вилучити. Ничего, в советское время обязательно было 7 года, а сейчас целых 9. Голосуем? Да. Кто за прокурор? Это пугает, много забиваешь, а потом керосмотрелись. Про установление размера платы за харчевание учнем НВК номер 2. Да? Школа номер 2.
говоримо, сніданок перший, четвертий, класи 4,78 було, 6,46 буде, різниця рівна 68. Сніданок 5,11 класи, діти пільгових категорій, 5,64 було, 7,76 буде, різниця 2 рівня 12 копійок. Обід, груп продовженого дня, 7,61 було, 10,34 буде і різниця 2,73. Полуденок у групах продовженого дня, гривна 93 було, 2,60 буде і різниця 0,67 копійок. Це саме продукти харчування у школі номер 2. Тому що в інших школах у нас йде поступки. Я ще знову повертаю до цього. Я думаю, мене здивило, цей закон в майбутньому закону. Зараз економимо на харчуванні, залишалися в бюджеті, але я впевнений в тому, що ці кошти будуть вилучатися до державного бюджету. Але справа в тому, що це буде дуже погано для дітей, для батьків, тому що зараз діти перших-четвертих класів харчуються, і батьки спокійні на своїй роботі, а потім вони будуть йти голодні до школи, цілий день будуть в школі, і не буде цього харчування, то буде просто хвороба дітей. Ні, ну харчування, ніхто не відміняє харчування, але харчування також платне. А батьки можуть не платити? У нас такий був період, коли було відмінено харчування із місцевого бюджету, а було платне, і діти втрачали свій бюджет, тому що батьки це харчування не реалізовували дітям, і діти дуже часто були голодні за дітям. І можна сказати о тому, що оставляє питання для дітей льготних, у нас, как правило, дети-сироты, дети под опекой, многодетные семьи. Те, которые имеют дополнительные ресурсы для обеспечения своих детей. То есть на них идут еще государственные какие-то выплаты. А лишаются питания бесплатного как раз обычные семьи, те, которые и рассчитывали не с очень большими доходами. Но мы хотя бы знали, что эти дети, особенно те семьи, которые в сложных жизненных обстоятельствах, у них других доходов нет. Ну хотя бы в школе они могли покушать, и сейчас там же предполагается, что поднять это барьер на 20%. Там чисто психологически тоже дети сразу видно делятся на две категории. Да, не так. Ну, там всегда не да, добре. Є питання, нема? Голосуємо. Хто за, прошу. Хто проти? Утримались. Про встановлення вартості послуг з організації харчування учнів та вихованців у першій школі Кишкарика Чорновола. І третій школі, каже. Третій школі. Перший, третій. Знаєте, ви коли пишете, ви пишете весь алфавіт. D-U-P-R-S-T-F-R-O. І потім ти розшифровуєш, що там за букви. А, там Ашигейка, третя ж. Та ні, це тут. Тільки нагадайся, що Ашигейка, третя школа. А до цього було там... А в нас кашового буде, так. Загальна освітня буде номер. Ашигейка. О, а ну розшифруйте, будь ласка. С-О-Ц. Поборчості дітей та юнацтва. Дальше. Гарного спортивного здоровчого центру. А що ти спеціалізуєш? Ну, 8 букв, 8 букв. 8 визначальних. Ми ще озвучуємо їх для того, щоб люди чули. Ні, люди чули, я то схема зробив. Так, будь ласка. І так, загальноосвітні в школах. У нас недавно в першій четвертій класі 6,37 було, 8,63 буде, різниця 2 гривні 26 копійок. Недавно в 5,11 класі діти, сироти і малозабезпечені. 7,52 було, 10,34 буде, різниця 2,82 копійки. Обід, група продовженого дня, 10,14 було, 13,79 буде, різниця 3,65. Полуденок, група продовженого дня, 2,57 було, 3,46 буде, різниця 0,89 копійок або гривень. У складі Чорновола у нас є ще дитячий садок, і тому там теж послуги. Було 29,50, стане 38,50 і різниця 9 гривень. Тому що це комплекс імені Вячеслава Чорновола, який складається і школи, і дитячі садки. Там 4 гривні. Добре. Питання є? Нема хто за. Проти. Утримано. Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах номер 1, 3, 4, 5. І тут у нас продукти харчування в дошкільних навчальних закладах, і теж ми підвищуємо їх суму. А саме, діти від 1 року до
4 років було 14,60, стало 18,74. Різниця на 4 гривні 14 копійок. Діти від 3 років до 6-7 років було 22,46, стало 28,32, різниця 5 гривень 86 копійок. Але відповідно до проекту рішення і до реалії життя батьки платять дитячих садках лише 50%. А ті групи, які знаходяться під назвою логопедичні або ЗПР, групи з затримкою психологічного розвитку, то батьки взагалі звільнені від оплати та харчування. Тому з цієї суми 50% тільки проплати за них. Питання є? Нема хто запрошував сьогодні? Одного власного прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 14.03.2013 року про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Ужгородської міської ради. Технічне питання. У нас в управлінні архітектури пішла в конкретну відпустку член комісії, тому ми міняємо на іншого представника управління архітектури та міської ради. Погоджуємо? Хто записано? Проти? Про затвердження відкоригованого фінансового плану комунального підприємства Южинське міське бюро технічної інвентаризації на 2014 рік. А чому коригування? Дело в тому, що після назначення мене на должность начальника бюро технічної інвентаризації стала необхідність урегулювання питання роботоспособності підприємства. З цією целью було розроблено нове штатне розписання і іменно корректировка связана с тем, что новое штатное расписание, естественно, новый фонд заработной платы, и именно с этой связи вносится корректировка на последний месяц 2014 года. Это Да, на 2014 года. Добрый, питание. Вы сейчас работаете? Конечно. Почему наши сотрудники вам обращаются при установленном графике? У нас офис не закрывается с пол-восьмого до пол-восьмого вечера. Так я можете сейчас спросить об этом офисе? Не надо никого спрашивать. Я сам был вчера с заведующим хирургическим отделением у вас. У нас было закрыто? У вас было закрыто. Ну, было заведующее хирургическое отделение. Ладно, я за уважение было сказано. Сделайте вывод и все. Да, и присутствуйте. Кто за прошлого голосовал? Одного у вас нет. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Южинське міське бюро технічної інвентаризації на 2015 рік. Що у нас тут? Отработано. Да. Штатне розписання при цьому не міняється. Ми плануємо без убитка вийти в 2015 році. Убиток, який зараз у нас на кінець 2014 року, ми намагаємося погасити. За місяць було погашено з 90,044. Тобто ми намагаємося, щоб робота підприємства была безубыточная, при этом предприятие могло удовлетворять нужды жителей города в услугах, которые оно оказывает согласно уставу. Я так понимаю, что у вас сейчас очень большая конкуренция в вашем направлении работы, да? Поэтому я так понимаю, что вопрос стоит о выживании даже, не то, что там какие-то большие прибыли получить, но многое будет зависеть от вас как от руководителей, от ваших специалистов. Надо делать все, чтобы люди к вам шли, а не шли в другие предприятия, потому что здесь законодательство такое, что человек может обратиться в любое бюро инвентаризации, или это в Одессе, в Киеве, в Коминтерне, в Южном, и получить услугу. Поэтому здесь конкурентоспособность очень важна. Так, где питание? Нема, кто завтра шел? Про затвердження фінансового плану роботи комунального підприємства водопостачання та каналізації на 2015 рік. Мені скажіть, ви розрахувалися імпорт водоканалу? За октябрь розрахувалися повністю, Юрій Миколаївич. Осталась задолженість ноябрьська. Сьогодні, в частності, ми перечисляємо 75 тисяч гривень. Це не задовження, це щось не платіж. Так, це текущий платіж за ноябрь місяць. За октябрь розраховували. Да, за октябрь месяц уже через полгода. И та сентябрьская задолженность, которая образовалась, мы согласно договора о реструктуризации задолженности, с
свои обязательства выполняем. По 40 тысяч ежемесячно мы перечисляем по своей плане. А які у вас зараз на 15-й рік, як ви плануєте? Без збитку? Значить, на 2015 год фінансовий план составлен таким образом, що ми предполагаємо беззбиткову діяльність підприємства. Опять же, рассчитываем на тот тариф, который сейчас находится в работе или ставится с использованием ведомовых систем. Это тот второй этап, который ведет в отношении повышения стоимости услуг по централизованному поставлению. Знаете, я еще раз говорю, что у нас коммунальные предприятия, мы в прошлый раз ждали, помните, мы водоканал подняли на сколько? Там было 6 с чем-то, 7 с чем-то подняли до 12 с стоками, да? На сколько? На 7 гривен, по-моему, подняли, да? Нет. На 4 гривен. С 7,89 до 12,78. Ну, 4,7, по-моему, да? Но говорили, ну вот сейчас мы заживем, подняли, опять проблемы. Сейчас вы ждете, что опять поднимутся тарифы. Ну, поднимутся тарифы. Ну, вы же не забудьте, что будет параллельно. Тарифы подниматься, платежи падают. Что люди платить такими темпами, как они сейчас платят, не будут. Это практически будет не только в водоканале. Это будет тепло коммунальная, это будет вода, это будет вывоз мусора, Южтранс, там, и все услуги. ЖКХ, квартирная плата и так дальше. То, что сейчас тарифы будут подниматься, и об этом говорит открытый, принимается решение, обговаривается, по крайней мере, в кабинете министра, в программе кабинета министра. Только мне сложно себе представить, как они, кто будет платить эти тарифы. Источники какие будут. Семейный доход какой будет, семейный бюджет какой будет. По-любому ж люди оставят себе на питание, а потом будут платить. Поэтому то, что вопрос стоит, что будут мало там, имущих, и будут идут субсидии, да, дотации, субсидии. Ну как это можно ощущать? Поэтому вы не сильно обольщаетесь тем, что вы поднимете тариф. Мы должны определить их за главное ставить. То, что когда мы собирались, вот я, Илья Николаевич, и вы с каждым из вас оговаривали направление работы. С каждым. Как заработать какой дополнительный источник пополнения вашего бюджета предприятия. Вот это основа. И от этого нужно исходить. Строить работу, где можно заработать деньги, а не ждать, что поднимутся тарифы. Тарифы как поднимутся, еще раз говорю, поднимутся, проплаты попадут. А вам нужно будет опять вопрос стоять на выживание. Я думаю, это мое личное мнение, субъективное мнение, что если начнутся вот эти подниматься тарифы, люди не будут платить, будет задолженность, будет на грани существования коммунальные предприятия, и будет принято решение о том, что передать частную собственность. И приватизировать эти предприятия, водоканалка, теплокоммунэнерго и так дальше. А когда оно будет в частной собственности, вот там не платишь отрезали, не платишь, отрезали воду, тепло и так далее. Сейчас есть куда идти, сейчас есть город, предприятие коммунальное, можно требовать, там, судиться, спорить и так дальше, что город обязан обеспечить. Да, это все так, на сегодня это так. Но я просто себе предвижу перспективу. Понимаете? И вы для того, чтобы вы выжили, вы должны думать с утром, вечером и ночью, думать, где и как заработать деньги, не получая их дополнительно за счет тарифов. Слушай, если так детально говорить, но там есть еще вторая сторона. Как бы не обрезал, объемы будут падать. И любой частник, если будут падать объемы, это тоже минус. Ну, конечно, это такая арифметика, понимаете, которую мы сегодня... Хорошо. Вопросы? Кто завтра собрался? Предоставление финансового плана редакции «Миской газеты» на время Южного. Есть питание тут? Да нет питания. Нема. Кто завтра? Тоже додатково треба заробляти кошти? Против. Утримав. Кожне комунальне підприємство, якщо воно хоче існувати, воно повинно думати, як іде заробити кошти. Не чекати, що з бюджету. Не надіятись тільки на бюджет. Завіти кожна ситуація. Є свої істочні доходи та розміщення реклами.
наличии возможностей, мы тоже оговаривали много вопросов увеличения цены на размещение. Ну, рекламу больше не хотим заработать. Но нет желающих. Если мы увеличим цену, то предложение будет еще меньше. Вот смотрите, вот вы, придет время небольшое, ну, я не знаю, сколько там придет, месяц, два, три, полгода и так дальше. Не будет коммунальных предприятий средств массовой информации. Ни газеты, ни телевидение. Если будут все урезать, если все будут бюджетные, если школы урезать, больницы урезать, так средства массовой информации, то 100%. Поэтому сегодня я к чему говорю? Что сегодня, если для того, чтобы существовать, для того, чтобы, критики, чтобы існували ці редакції, телебачення, так далі, повинні сьогодні думати, як заробляти кошти. Або їх не буде просто взагалі. Все. Могу заключати договор з любові. Як по тим 300, так да, ну, життя все коригує. Так, телебачення МІГ, теж про обложення міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації. Голосуємо? Да. Так, що так саме. Саме. Голосу. Запрошу голосуємо. Проти. Утримуємося. Про затвердження програми розвитку інфраструктури міста Южного на 2014-2016 роки у повній редакції. Уточнення по сумам і нова робота в школі проєктування спортзалу. Сусна, уточнення по сумам. Хто запрошу голосуємо? Проти. Утримуємося. Про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 24.01.2014 року про міський бюджет Южного на 2014 рік. Соответствующие коммунальные услуги, оплату за коммунальные услуги уже с учетом фактического использования и за счет этой заработной платы. В принципе, все. Мы уже практически знаем, как мы заканчиваем год. Мы, будем сказать, ну, мы обеспечены 100% рассчитаться за уже повышенные коммунальные платежи, и мы 100% обеспечены заработной платой. При этом хочу еще раз отметить на камеру, что мы не урезали ни одну выплату стимулирующую характер в этом году по нашим бюджетам. Вы расскажите, чтобы вы все знали, насколько увеличились коммунальные услуги в бюджетной сфере? Это садик, школа, ну, все. Я могу сказать, что последнее повышение мы пережили вот уже с 1 декабря, это касается тепла. Вот то, что мы уже приняли повышение, с учетом того, что мы приняли повышение по питанию, нам дополнительно в 2015 году, год к году, надо будет больше 4 миллионов гривен. 4 миллиона больше дополнительно денег в бюджете нужно забивать? Это защищенная. Это защищенная статья. Да, защищенная статья. Это увеличение в бюджете. А присаживайтесь. Но я сегодня, знаете, в таком мандраже, в преддверии принятия бюджета, даже бюджетного кодекса государства. Никто не знает, какой будет бюджет следующего года. То, что нам говорят, что сегодня будет административная реформа, да, будет финансовая реформа, что будут бюджеты наполняться, я в это глубоко не верю. Понимаете, потому что если не будет денег в государстве, никто не позволит, чтобы деньги были на местах. Поэтому это будет все пропорционально взвешиваться и будет делиться так, чтобы государство было и органом местного управления. Поэтому осталось ждать недолго. Я думаю, что, как нам говорят, что 24 числа должны же вынести на рассмотрение Верховный Совет, но я думаю, что раньше должны кабинет министров выйдет с бюджетом на Верховный Совет, может, этот бюджет будем иметь. Но вот осталось немного. Жизнь в государстве, но находится территориально специалист уже здесь, и
со следующего года, скорее всего, опять-таки функции вместе с человеком, с отделом и со столом школы, это уже будет у нас в органах местного самоуправления. То есть опять нужно будет предусматривать для человека финансирование, хотя сегодня нам говорят о том, что мы должны опять сократиться на 10% своих вытратах. Второй вопрос, который я считаю, что тоже это нашей победой, потому что мы много приложили усилий, в отличие от других городов и районов, нам разрешили, чтобы прием представителя Держкомзема проводился непосредственно у нас в административном центре. Поэтому уже с понедельника земельные вопросы, те, которые опять-таки были у нас забраны практически насильно, никто у нас не спрашивал, хотим мы этого или нет. Специалист пока Держкомзема, представитель Комитерновского района, будет принимать у нас здесь в Южном, все документы будет принимать наш административный центр. Ну и по другим вопросам, я думаю, все это вернется опять на круги своя, только как можно, сокращая 10%, опять вернуть нам эти все функции. И все это будет нарекомендовать бюджет. Письмо закончится 1 января 2015, 25%. Замечательно. Это на сегодня, благодарю. И зарплату. И заморозить зарплату. Мы утром общались с Ильичевским, проводили про новый бюджетный кодекс, ну, естественно, в преддверии. Кодекс будет новый, мне написали. За ночь сделаем. Добре. Да, у мене голосово лише, да? Про внесення змін до рішення Южицької міської ради про міський бюджет. Є зауваження? Нема. Хто запитує? Проти? Утримались? Прийняли. Все? Всім присутнім дякую. Закриті питання залишаю. Я прошу прощения. Здесь я семье познакомилась, там наши экстрематные связи, где вы журнали. Можете попасть в наше издание, сказать, издание «Репост», интернет-издание «Репост», город Южный. Да, у нас прямой эфир сейчас. Вот вы пришли уже, ознакомились, успели ознакомиться? Только как один день принимаю дела. Можно некоторое время, чтобы я разобрался, а потом там конкретно системное полное интервью. А вы к нам откуда? С города Одесса. А вы... С Малиновского района, всю жизнь проработал в городе Одесса. Вот, да. Просто начальник Ленинского отдела, Хмельницкого отдела, работал начальником, там начальника городского розыска, то есть начальник уголовного отдела. Ну, про город Южный вы узнавали, слышали? Нас слышали, но будем знакомиться уже непосредственно в работе. Спасибо. Спасибо. Это был новый начальник милиции. Сейчас мы подождем, когда закончат рассматривать закрытые вопросы, и планирую записать интервью с городским головой. У нас, пожалуйста, не отключайтесь, фактически. Возвращаемся в эфир, так сказать. Вот, когда у нас налаживается связь. Но мы все время с вами. Нам удалось поймать в наш эфир начальника милиции. Он еще пока только входит в курс дел в городе Южном. И нам удастся познакомиться с ним, я думаю, что еще поближе. А пока что... Пока что мы сейчас ждем, когда закончат рассмотрение закрытых вопросов. Закрытые вопросы, они касаются рассмотрения дел в основном по детям, которые либо находятся в неблагополучных семьях, либо имеют какие-то проблемы, поэтому журналисты просят удалиться в связи с тем, что не имеют права средства массовой информации распространять данные персональные этих лиц, чтобы не принести им вреда. Вот мы сейчас видим
тут порядок денний вивішен на сайті. На сайті. Видите, что я говорю на сайте. Сайта как такового нет до сих пор. Точнее, он есть, но он не работает. Мы об этом говорили в нашем интервью. Всем привет. Переключусь так немножко. Хочется рассказать еще, что сегодня у нас будет прямой эфир в студии Репост Онлайн, где... Куда планируем пригласить, точнее уже согласился директор коммунального предприятия «Вода и канализация» Александр Романенко. Он будет говорить о тех проблемах, которые существуют на сегодняшний день у предприятия, почему сейчас на всех подъездах развешены объявления о том, что предприятие находится в кризисном положении и просит всех срочно оплатить счета. Сегодня прозвучала также фраза на исполкоме от городского головы о том, что есть моменты с тем, чтобы приватизировать предприятие. Ну, точнее, так не звучало, эта фраза звучала, что перспектива такая в дальнейшем возможна, если предприятие будет находиться в таком же убыточном положении. В принципе, нас этот вопрос тоже интересует, потому что мы помним, что также у нас город Южный лишился электросети. Я надеюсь, у меня сейчас слышно. Мы пока ждем еще, пока закончится рассмотрение закрытых вопросов. И для того, чтобы записать интервью с городским головой. Также еще сегодня... забыла вам сказать, сколько у нас эфир. Эфир в 6 часов, понедельник, среда, пятница. Выходим регулярно. На сайте Репост вы можете это увидеть, встроенный плеер там есть, либо зайти на наш канал в Ютубе. Также мы все эфиры делимся ими в социальных сетях, смотрите, бывает даже интересно. Точнее, часто довольно-таки интересные гости. И пока что на сегодняшний день у нас достаточно немного просмотров в онлайне, но много в повторах. Хотелось бы, чтобы южницы больше смотрели именно в онлайне. Почему? Чтобы присоединялись к дискуссиям, к обсуждениям, чтобы была живая беседа и какие-то вопросы, которые мы можем упустить, но наши зрители могут компетентно подсказать и направить беседу в нужное русло, потому что такое бывает, мы тоже люди, бывает иногда чего-то не помним или упускаем ненавидим. Очень бурное обсуждение там сейчас происходит, но как бы мы не можем, вы не можете этого слышать, я слышу. Он достаточно такой эмоциональный. Сегодня еще в 3 часа собирается депутатская комиссия по поводу нашего эфира, одного из, что тоже достаточно интересный такой момент. Будут обсуждать эфир, в котором у нас были в гостях Тарас Прокопечко и Олеся Панела Сечникиска. Что конкретно будет обсуждаться, это уже вы узнаете позже на нашем сайте. Там будут присутствовать наши журналисты. Но достаточно такой интересный прецедент, потому что мне кажется, вот, что впервые наш эфир, эфир студии онлайн-репост, репост онлайн, является таким прецедентом для обсуждения. Хотя, в принципе, если брать средства массовой информации людям, то обсуждать есть что депутатам. И надо было бы обсуждать, конечно. Но будет сегодня разбор нашего эфира. Закончилось уже заседание. Владимир Николаевич, можно несколько вопросов? Только быстро. У нас прямой эфир, да. Владимир Николаевич, по поводу ВИКа хотелось бы спросить. Сегодня прозвучала у вас такая фраза, что в перспективе возможно приватизация. Не от нас это. Я прошу, чтобы правильно это истолковали. Угу. Это никогда от нас не будет исходить. Никогда. Мы будем бороться за то, чтобы это было коммунальное предприятие. Но ситуация складывается так в стране, что если сегодня будут поднимать тарифы,
будут поднимать тарифы, они будут поднимать, люди не в состоянии будут платить. Это не только в Южном, я имею в виду по всей Украине, что люди не в состоянии будут платить, будет большая задолженность, не за что будет покупать воду, инфоксводоканал, и придет к тому, что надо будет передавать, это не у нас, а по всей Украине. Ситуация может сложиться так, что надо передавать будет или продавать, или за долги отдавать частную собственность. И тогда частники уже будут как-то с этой ситуацией исходить. Но только я вас прошу, наша инициатива, никогда такой инициативы у нас не будет. То есть мы будем отстаивать наши интересы? Безусловно, конечно. Я говорю, какая ситуация может сложиться в стране, в целом по всем водоканалам. Еще вопрос тоже по приватизации, но большого предприятия. Нас многие южницы спрашивают, и это резонансная стала достаточно такая информация, о том, что вот скоро первые торговые по Одесскому припортовому заводу. Что вам известно? Ну, я знаю то, что первых 5% будут, даже причем до Нового года, должны выставляться на торги. Кабинет министров хочет узнать, насколько интересен Одесский припортовый завод в бизнесе. И как пройдут торги, и какая цена будет складываться за акции и так дальше. Это будет как пробный шаг. И с этого потом будут сходить, какая цена, стартовая цена, с какой стартовой ценой надо выходить на торги, на продаж всего завода. Ну это мы узнали из интернета, а в принципе приватизация уже все, она будет точно, да? Ну. Кто знает. Приватизация, Одесский припортовый завод приватизируется 13 лет. Ее могут отменить в самый последний момент. Завтра будет приватизация, сегодня могут отменить. Я член комиссии приватизационной, я был свидетелем и таких тоже нюансов. Скажите, а вы как член комиссии, у вас есть условия наверняка? Условия только старые приватизации, те условия есть. Новые приватизации нас ни разу не собирали, никто не обговаривал. И этих 5% здесь комиссия не заседала и не рассматривала данный вопрос. Я думаю, что это просто инициатива государства, кабинета министров, которые хотят попробовать, как пойдет реализация. Но мы можем как-то ознакомить южнинцев с этими условиями, потому что люди спрашивают, интересуются, что будет с ними, что будет с теми предприятиями социальными, которые держатся. С старыми условиями люди ознакомлены, там ничего не меняется, а новых условий нету, и новые условия не оговаривались, новые условия не прописаны еще. Поэтому я думаю, когда вопрос будет стоять серьезно о приватизации завода, будет собираться комиссия, будет разрабатываться условия, и, может будут вноситься изменения в приватизацию, тогда это будет общенародное обсуждение. Я думаю, что, обсуждение как обсуждение, но в информационном плане люди будут все знакомы. Угу, спасибо. Пожалуйста. Все, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Более детально о всех новостях вы узнаете на нашем сайте Репост. Всем хорошего дня.